Дзюдо это сложно? Окей, сложно. Дзюдо это сложно? Да. Если дзюдо это сложно, я думаю, что не только очень сложный вид спорта, даже очень жестокий, потому что неважно, если ты подготовлен к соревнованию и ты чувствуешь себя готовым, сильным, крепким, быстрым, ты должен выиграть своего соперника, который чувствует то же самое, поэтому очень сложно. Как была подготовка на чемпионат? Подготовка была очень хорошая, у нас была очень качественная подготовка, был очень большой сбор в Турции, по 20 раундов в день, очень тяжелая подготовка, там длилась целую неделю этот сбор в Турции, потом подготовка тоже тут в Израиле, ОФП, я думаю, что вся сборная, мы очень готовы. Кто из наших соперников будет самый тяжелый для тяжелый. Тебя? Я трудный. Думаю, что в моей категории веса, в весовой категории до 100 килограмм очень много конкурентов, сильных конкурентов. Ребята с Грузии, японцы, конечно, корейцы, монголы, россияне, которые будут бороться после войны. Двое соперников из Канады, Азербайджана и многие. Кто из израильских спортсменов может на этом чемпионате стать чемпионом мира? Я думаю, не буду говорить о себя. Я думаю, что каждый из наших спортсменов, который летит на этот чемпионат, действительно может встать на пьедестал, стать чемпионом. Это только Бог знает. Какой мой любимый прием? Мой любимый прием будет с колен, сенаги с колен, обе стороны, и влево, и вправо. Белый или синий? Синий кимоно. Синий. Аймиш Маштаза. Думаю, хотел бы переслать мой месседж всему миру дзюдо. Такое, я всегда говорю, что я очень люблю то, что я делаю, люблю этот спорт, этот вид спорта. Этот вид спорта меня спас. Этот вид спорта я его выбрал каждый раз в тяжелые точки в моей жизни. Поэтому я должен всю мою жизнь этому виду спорта. Хотел бы, что больше дети занимались этим видом спорта, дети, юноши. Я знаю, что спорт, он может дать очень-очень много хороших вещей человеку вообще, поэтому занимайтесь спортом, самое главное. Спасибо.